Глава партии «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, что серьезные промахи в работе премьер-министра Украины Арсения Яценюка являются поводом привлечь его к уголовной ответственности. «Вы знаете, честно говоря, меня премьер-министр пугает. У меня впечатление, что этот человек немного неадекватный. У меня сейчас в руках цифры. Он планировал, представьте себе, инфляцию в 2015 году 26,7%. Реально получил 45,8%. Любой человек, который имеет хотя бы начальное экономическое образование, понимает, что когда инфляция вдвое больше, чем запланировали, то это, безусловно, инфляционно раздутый бюджет. И эти доходы, реально, это не доходы страны, это убытки. Премьера надо привлекать за это к ответственности, уголовной, не административной. Потому что так, как разрушается страна, она не разрушалась никогда», – подчеркнула Тимошенко. Отметим, что ранее глава «Батьківщини» заявляла, что депутаты ее парламентской фракции не намерены голосовать за предложенный Кабмином проект налоговой реформы и государственного бюджета на 2016 год.